25 лет не выходили, и сейчас для нас любой матч. Как праздник получается. Как праздник и для болельщиков, и для игроков нужно просто. То есть в городе действительно у вас такой футбольный бум, да? Деньги тоже, да? Конечно. Еще бы, если бы не фан-веди, был бы еще дальше. Плохо относится к этой системе, да? Ну, вы сами видите, Динамо, выходной день. Сколько болельщиков? 7600. А у вас, кстати, просело по сравнению с ФНЛ посещаемость? Ну, по-моему, тоже просело немного, но у нас в районе сколько там, 11 тысяч. Ну, более-менее хотя бы что-то. Это, конечно, не как матч с Рубином, 35 тысяч, но... Чувствовали ли вы поддержку болельщиков? Очень большая торсида была, и чувствовали их призывы, крики? Да, я очень хорошо наших болельщиков слышал, и хочу спасибо им большое сказать от души. Приехали в таком количестве и переживали за нас. А все-таки что привычнее слышать вот с трибун, все-таки Кёнигсберг или Калининград? Тут просто они по-разному заряжали, и, честно говоря, непонятно, что ближе лично вам. Вот такое, Кёнигсберг или Калининград, я лично вообще не слышу. Я слышу, что они поддерживают, а что они там выкрикивают? Балтика, момент игры, трудно разобрать. Понятно, спасибо большое. Спасибо, удачи. Спасибо.